метро, вот едем в центр делать паспорта. Там очередь, так что пришлось на первом автобусе ехать. Вчера мы уже пытались прийти, чтобы оформить паспорта, но мы не попали, так как очень большая была очередь, и талончики были уже разданы. 50 человек только приняли за день. И когда мы уже пришли в 10 часов, уже не осталось ни одного талончика. Уже все было раздано. И поэтому мы вот второй день пытаемся оформить паспорта. Уже едем на первом автобусе пораньше, чтобы приехать. Думаю, что около 7 мы уже будем там. Часов вот такая очередь, пипец. Надеюсь, сегодня успеем. Уже по ходу 50 человек. Ажиотаж какой. Эти половина восьмого. Проходите, проходите. Здесь очередь. Паника, паника. Вот первая очередь. У нас не так. Так же самое было. Зимой я приезжал в 6 утра. Что не в 3 часа встал? Так у меня там медси. Стояли на улице. Женя, короче, сегодня 80 человек запустили и уже не дает распечатать. Сейчас время уже 8:15. То есть вообще надо раньше приходить сюда. Мы пришли в 7, пол восьмого начали запускать. Потом это быстро все раздали, билетики, и сейчас уже 15 минут их уже нету. 8:15 уже нету билетиков. Вчера 50 человек, сегодня 80. Наконец-то оформили паспорта. 7:30, и сейчас уже 11:40, по-моему. Столько это много времени заняло нам. Thank you.